И вот этот ответ, неплохая подача, она такая была падающая на голову нападающему на правом фланге. Двое против него, Поляков в штрафную площадь подает, и кто там? Мануковский. Не удалось Мануковскому замкнуть эту передачу. Думал, почему 24-й? Оказалось, что то был Волчков. И вот он, выход один на один в исполнении Факела. Удар поворотом не получился. Царукяном. Царукян может одного обвести, как за здрасте, двоих уже вопросы. Царукян в ворота мяч посылал. Сафронов, Павлий, Мануковский. Кто? Удар поворотом от Седова. Разворот Шипилов. Еще одна попытка. Торно развернут, поэтому будет подачу штрафную делать. Хорошая подача и 1-0. Эти повторы у меня нету, но когда забивает центральный защитник, гол, это говорит только о том, что кто-то его упустил. Если бы с ним плотно играли, то возможности у Кучиева не было. 92-й номер, Рязани на левом фланге. Пас на Наговицына. Наговицын на свободную зону. Волков в штрафной площади. Удар поворотом. Это красивый гол. 2-0. Ну что-то расклеилось в игре «Факела», об этом мы сказали еще в середине первого тайма. И вот та расклейка привела к тому, что команда дважды уже голы пропустила. И теперь необходимо забить хотя бы один в первом тайме. Царукян, подать штрафную площадь, и идет навес, неплохой был, и была возможность ударить поворот, тыкает мяч на Неплюева, Царукян оказался ниже Неплюева, ничего себе расстановочка. Поворотом он сегодня еще не бил, Емшиков, и теперь не бьет, и гласную подачу делает, и Маричев. Тур не поменялась, также ищет центрального нападающего, но пока не получается у футболистов, а вот Наговицын входит в штрафную, Ермаков и 3-0. Подобная же проходит комбинация, красивая передача, и Наговицын имел буквально минут 30 для того, чтобы посмотреть, где находится Ермаков, куда ему пробить, и без всяких проблем Ювентуса, он вот, конечно, от него соперником уйти было некуда. Мяч штрафной, Клишин, прострел, Ермаков. Неплюев открывается под эту передачу. Царукян на коротке играет. Неплюев получает мяч. В штрафную площадь заброс. Удар поворотом. Добивание. Угол у него. И прострел. Не выходит Ермаков на этот выстрел. Клишин. Добивание. Рикошет. И угловой. Поводом для первого забитого мяча. Но вот еще одна подача. И мяч доходит до Новичкова. Новичков убирает и бьет Ермаков. Акция сегодняшнего матча. Давайте за ним понаблюдаем. Царукян разыгрывает на Мануковского. Мануковский бьет выше ворот. На этом все.